Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вера Смирякова. И сегодня в этом уроке мы будем делать для своей открытки анимированную картинку. Для этого мы будем использовать онлайн-сервис. Ссылку на этот сервис вы найдете под этим видео. Так, давайте перейдем на этот сервис. Здесь написано «Делать анимацию онлайн с помощью GIF-аниматор». Легко и просто. Так, шаг первый. Загрузите одно или несколько изображений при помощи кнопки «Загрузить файлы». Здесь вы можете посмотреть, какие типы файлов можно загрузить. И давайте приступим. Нажимаем «Загрузить файлы». Я буду делать анимацию из пакетиков цветов. Чтобы загрузить вот эти вот три картинки, удерживаем клавишу «Ctrl» и нажимаем последовательно на эти картинки и нажимаем «Открыть». Ждем, когда файлы загрузятся. Картинки наши загрузились. Здесь написано, так как вы добавили несколько кадров, вы можете поменять кадры местами, перетягивая их. Для этого нажмите на изображение кадра левой кнопкой мыши и перенесите на нужную позицию. Также вы можете удалять лишние кадры и добавлять новые. Вот так вот нажимаем и можем перетаскивать, если вам не нравится последовательность их расположения. Идем дальше. Шаг 2. Введите название анимации. Это поле является обязательным. Вы можете оставить слово «анимацион», если не хотите вводить ничего другого. Я напишу просто букет. Писать нужно латинскими буквами, чтобы нашу картинку можно было просматривать в браузере. Шаг 3. Введите интервал между кадрами в миллисекундах. Можно оставить 500, можно поставить 550. Шаг 4. Введите ширину и высоту в пикселях. Это необязательные поля. Вы можете оставить эти поля пустыми. В этом случае система выберет средний размер, исходя из загруженных вами кадров. Я ничего здесь не буду менять. Шаг 5. Этот параметр определяет, будет ли анимация постоянно повторяться. Конечно же, мы здесь галочку оставляем. Здесь галочку я не буду ставить, не буду добавлять в галерею. Шаг 7. Выберите эффект, который вы хотите применять к этой анимации. Я пока оставлю без эффекта. Шаг 8. Чтобы сделать анимацию онлайн, нажмите кнопку «Создать». Нажимаем кнопку «Создать». Ждем, когда создастся наша анимация. Все, анимация наша создана. И чтобы ее скачать на компьютер, нажимаем вот на эту сиреневую кнопочку. Нажимаем. Нажимаем «Сохранить». Теперь давайте просмотрим, как это будет выглядеть. Показать в папке. Открыть с помощью Google Chrome. Вот так будет выглядеть анимационная картинка на нашей открытке. Давайте теперь выберем какую-нибудь рамочку. Например, вот эту. Выбираем. И здесь обязательно на шаге 4 нажимаем «Сохранить изменения». И теперь можно скачать. Сохранить. Находим эту картинку и давайте просмотрим еще один раз. Открыть с помощью Google Chrome. Эта картинка будет у нас вот так выглядеть. На этом у меня все. Создавайте свои анимированные картинки, и пусть ваши открытки всегда привлекают
внимание. С вами была Вера Смирякова. Всем удачи, всем пока.